Привет, ребят! Сегодня мы разберем эпизод, который произошел недавно в War Thunder. Недавно это вот 7 апреля. Так вот, что произошло? Ну, вкратце расскажу ситуацию. В ложике появился пост, в котором пожаловались на игрока. То есть история о неустрашимом Гучигай, который днем и ночью не стесняется использовать запрещенные модификации игры. Так вот, этот игрок, как я понял, попал в патруль к ЧСВ, затем он попал в список забаненных номер 21 2 марта. Но самое что интересное, открываем его профиль и видим, что игрок не заблокирован. Сегодня у нас 11 апреля 2018 года. Инцидент случился 7 апреля. Не инцидент, ребят, прошу прощения, а запись в бложике была выложена 7 апреля. Инцидент этот был, получается, выпуск номер 5 от 7 марта этого патруля. В ЧСВ в патруле 2 марта он был в списке забаненных. Блять, странная ситуация. Так вот, что случилось далее и почему игрок не заблокирован после списка блокировок? Оказывается, ребят, все просто. Игрок был заблокирован действительно, но его потом разблокировали по просьбе самого хозяина этого аккаунта. Как написал Киофокс, сейчас я вам зачитаю строки из его сообщения. Киофокс пишет: «Привет! Листал ленту бложика и наткнулся на этот пост. Неужели вы по-прежнему верите в древнюю сказку об админах, покрывающих донатеров? Давайте сыграем в Mythbusters. В посте автор утверждает, что мы разбанили супер-мега-донатера только за то, что он супер-мега-донатер. Окей, идем в последнюю тему о банах. И открываем профили каких-нибудь 5 игроков, не похожих на твинка. Ранг повыше. Ну, Аскикер, Эбридж и цифры какие-то, донатер на ружке, Магач у дрова и Е7. И тут мне стало лень вбивать их дальше. Восхитительно, нам даже цифры задонатили. Все эти аккаунты не выше 20 ранга, который можно взять за несколько дней неспешной игры. А теперь объясняю ситуацию. Не донатеры, не покупают приватный. Помог он им или нет? Чит. Игрок, который покупает чит, изначально готов платить за игру, пусть и не всегда в игру, к сожалению. Читы покупают в основном донатеры. Мораль. Если вы по-прежнему считаете, что мы смотрим на донат блокируемого, кто решил использовать War Thunder запрещенные модификации, задонатьте предварительно, пожалуйста, лучше $1 000 000. Мораль без шуток. Больше думайте своей головой, а не всасывайте навязанное мнение. Нет в этом мире игр, которые разработчики занимались бы покрывательством читеров. Это абсурд. Аккаунт же, о котором говорил автор поста, был взломан, и реальный владелец быстро связался со службой поддержки, предоставил данные и вернул контроль над аккаунтом, пообещав включить и никогда не отключать двухэтапную авторизацию. Так вот, из чего я делаю выводы из этого сообщения? Игрока разблокировали по его просьбе. То есть он объяснил, что игрок, что аккаунт был взломан, и служба поддержки, получив от него какие-то данные, вернула контроль над аккаунтом, предварительно взяв с него обещание не отключать двухэтапную авторизацию. В принципе, ребят, я тоже считаю, что разработчики не покрывают читеров, потому что, на мой взгляд, действительно, это абсурд. Здесь есть тонкая грань, если они начнут. То есть, заработок на этих читах по сравнению с заработком от основного проекта настолько мизерный, что нет смысла этим заниматься. И разработчики не будут этого делать. Ну, нет смысла, ребят, нет смысла этим заниматься. Но почему произошла вот такая ситуация, я вообще не могу понять. Не знаю, почему такое могло произойти. Я просто удивлен. Ну, это
мягко сказано, удивлен. Игрока, у игрока взломали аккаунт, а затем его разблокировали. Мало того, что на читах еще и... Блин, я не знаю, ребят, даже... Давайте почитаем, что Киапухт ответил по этой ситуации. Почему они его разблокировали? Забанили, а на следующий день разбанили, поскольку доказал факт взлома. Второй раз такое не прокатит, поскольку в обязательном порядке он включил в себе двухэтапку. Так, Киапухт пообещал, что второй раз это не прокатит. Далее. Да, прямо в тексте анонса реальный владелец придет в саппорт. Если об этом кричать везде, то сотни забаненных захлестнут службу поддержки в попытках обмануть нас тем, что их взломали. Да, ну это фигня, ребят. Игрока заблокировали. Получается такая картина. Игрока заблокировали за использование запрещенных модификаций. Он попал в список блокировки. Список блокировки у нас 2 марта. И после этого мы замечаем, что этот игрок жив, здоров и катает далее. Затем приходит Киопокс, который объясняет всем, что это он не он читерил, его взломали, мы его пожурили, он пообещался больше такого не делать, вернули ему аккаунт, он поставил двойную двухэтапную авторизацию и все. Что далее происходит? А далее происходит следующее. Игрок этот получает аккаунт назад и продолжает читерить на этом аккаунте. Охренеть просто. Это, вообще-то, я такой отулиток вижу впервые. Чтобы они вернули заблокированный за читы аккаунт владельцу. Охренеть просто. И самое, что интересное, уже у нас 11 апреля. В бложике 9 апреля был выложен еще один блог. Мол, у Киопокса спрашивают, ну и как далее? Чувак как катал читами каждый бой, так и продолжает. Охренеть ситуация, охренеть. War Thunder, Гайдзин, это на вас не похоже. Я в шоке. Кто такой бог запорол? Я не знаю. И кто это будет, за это будет отвечать, я тоже не знаю. Ну, мне интересно, чем это все закончится. Давайте поглядим, ребят, на игрока. Так, наш Гуччи Гай. Так, паря Порше, Гуччи Гай, смотреть повтор. Повтор успешно запущен в клиенте игры. Приятного просмотра. Спасибо. Да, хочу сказать разработчикам, делайте, пожалуйста, что-либо уже с этим серверными реплеями. Оно, конечно, все прекрасно, все шикарно, когда меняешь команду, автоматически меняется цвет противника на красный. Просто чудесно. Ранее было намного хуже. Теперь не нужно вручную менять эти цвета все. Берешь команду, и она становится синенькой, а противник красненький. Все просто супер. Но нет маркеров на карте вражеских. Смотрите, союзники есть, вражеских нет. Переключаемся на врага. То же самое, точно-таки наоборот.
союзники есть, вражеских нет. Отключены маркера противника на карте. Тут же просто галочку поставить в строчке. Включить маркера противника. Там же ничего не стоит. Неужели вы не проверяете, когда выпускаете патчи? Я не знаю, кто этим занимается, ребят. Вмените руководителя или кого там вмените вам нужно. Ну, смотрим за этим кучегаем. Да, и еще всякие, ребят, маркера вот эти происходят, которые на своих, видите, на союзниках, маркера противника. Это тоже бред какой-то, это вот недавно появилось. Займитесь, пожалуйста, ребят, ну, вы же игру делаете качественную, игра очень хорошая, всем нравится. Вот такие вот бредовые баги уже все просто замучили. Отнеситесь посерьезнее к ситуации. Отошел немножко от темы, прошу прощения. Давайте переключимся на игрока. Ну, вот он двигается в лес. Едет в лес, где можно, наверное, пострелять, да? С ним едет еще один союзник. Ага. Леопард уже там чпокнули. Абрамс. Вот смотрим. Ага, вот он уже увидел, смотрите. Ну, ладно, тут он маркер бьет, да? Что он делает? Наводится на кого он? На танки, которые едут. Далее. Еще один танк. Тоже, небось, предчувствие включил. Это как ЧСВшник, такой же скилловой парень. Тут он как ЧСВшник запомнил, где танк стоит. Тут-то можно было запомнить. У ЧСВшника там ситуация посложнее была. Он тоже запомнил. Это ж котлета, скиловик. Киберспортсмен. Вообще, в последнее время развелось очень много киберспортсменов, стреляющих через кусты, через деревья, через дома. По памяти стреляют. Смотрим дальше. Вот игрок двигается дальше. Вот он увидел Абрамса. Встречаем. Здесь явно четко просматривается использование запрещенных модификаций игры. Игрок ведет прицелом за маркером и делает выстрел. Двигаемся далее. Того не будем, того не будем. Там не будем. Так, кого бы шлепнуть? Давай уже, стреляй, пометили его. Самое, что интересное, ребят, не все маркера противника отображаются. Порой смотришь, куда он целится, там нет никого. А потом, когда он делает выстрел, проявляется танк противника. Тоже разработчикам привет. Исправьте, пожалуйста. Очень ждем. Вот он, скилловой выстрел по биноклю. Ну, это возможно еще сделать. Это возможно. Ай, написали тебе в чат что-то. Не особо силен в английском. Кто-то чего-то кого-то не может видеть. Здесь понятно. Козёнку сломал. Да, это явно парня опять взломали, и парень бедный. Опять, наверное, взломали его. Или снова. Теперь уже взломали его с двухэтапной аутентификацией. Но почему-то его до сих пор не банят. Наверное, принимают решение, как бы в этом случае поступить. Ребят, вы бы могли еще 2 года назад. Или 2.5, как только появились эти читы, даже больше, ну 3. Сразу же сказать, ребята, читы есть в игре, но мы с ними боремся. Признайтесь людям, что читы есть, мы с ними боремся, и мы вам в этом поможем. Вот такими вот волонтерскими движениями.
Мы не просим ни денег, мы просим просто от вас адекватного и быстрого реагирования на вот эти вот запрещенные модификации. Неужели нужно, чтобы на вот такого вот упыря, чтобы его забанили, необходимо отправить несколько репортов по разным боям? Представляете, сколько это времени? Ну, тут же явно просматривается запрещенные модификации игры. Что здесь еще нужно? Здесь нужен только один сигнал представителям гейммастеров, чтобы они посмотрели этот повтор и сделали вывод, кнопочка бан, и все. Тут все ясно и без этих. Тут не нужно разбираться, читер, не читер. Тут сразу видно, что читер. И таких игроков дохренища. Хотя бы их побанить нужно. А то у нас играет по полгода на читах, видео по ним пишут, и им, я не знаю, и похрен, похрен, всем похрен. Ребят, исправляйтесь, наверное, уже. Просто многие игроки уходят из проекта, потом возвращаются, видят ситуацию опять та же самая, и они опять уходят. Вы понимаете, вы потеряете в деньгах. Мне игра ваша нравится, моим друзьям тоже. Мы в нее играем, потому что общий у нас есть интерес, эта игра. Но как только она вот такой станет чересчур читованной, мы просто бросим ее нахер. Нахера надо кому-то вот так вот играть, когда я влаживаю в игру деньги, и что я получаю взамен? Вот этих педиков, которые на читах играют. Да нахер бы оно меня посралось. Простите за выражение, ребята, за эту грубость. Накипело. Игрок продолжает стрелять. Ну, тут уже все ясно. Игрок продолжает стрелять на читах. Получается, это какое-то... Это что-то новое, ребята. Игрока взломали, и мы ему дали возможность вернуть аккаунт. Я такое от улиток впервые слышу. Это что-то новое. Подождем ответа от Геофокса. Это который комьюнити менеджер. Самое, что интересное, этому комьюнити-менеджеру, это же комьюнити-менеджер, это человек, который общается с народом. Но ему невозможно ни в ВК написать, ни на форуме. Охрененный комьюнити-менеджер. Может, конечно, уже можно написать в ВК, но отвечать он не отвечает. Вот такая связь с народом. Односторонняя какая-то связь. Ну, ребят... Здесь уже всем все ясно, что игрок читер. Будем закругляться и ждать ответа от Геофокса. Дождемся, когда он наберется храбрости или чего там еще. Или ответ найдет, почему так произошло. Это бред, это кто-то, короче, тупо затупил. Читеру вернули аккаунт, чтобы он дальше читерил. Блять, в риске я такого еще не видел. Все, ребят, меня уже бомбит. Давайте закругляться. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.